Песни о войне и дружбе, родине и любви, патриотические, лирические и джазовые композиции. На муниципальном этапе областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта» участвовали юные вокалисты разных возрастных категорий из детской школы искусств, объединений дополнительного образования, детских садов и школ города. На конкурс заявились и дети с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале было несколько номинаций – академический вокал, эстрадный вокал, патриотическая песня. Я исполняла песню о родине и скоро буду исполнять «Буги-вуги» для осьминога. Мы выбирали более спокойную песню и более веселую. Я пела «Три желания». Это моя самая первая песня. И я еще когда маленькая была, я начала петь. Я пел «Катюшу», у меня еще один номер будет. Это «Ой, мороз, мороз». Вот такой у меня костюмчик. «Сын полка» называется. Часто выступаю, иногда даже езжу в разные там города. Я ездил в Нижний Новгород, не помню сколько раз, где-то там 5. И один раз я ездил в Йошкар-Олу. Когда я последний раз ездил в Нижний Новгород, я там целый кубок заработал дипломанта первой степени. Каждый номер был по-своему ярким, оригинальным и запоминающимся. Многие участники подошли к исполнению творчески, подобрали костюмы, разучили танцевальные движения. Ольга Яшкова из объединения «Волшебный микрофон» исполнила песню «Мусенька Лапуся». На сцене девочка была в роли кошечки Муси. Это была песня про кошечку. Ее припев мне нравится и один проигрыш, который нужно лапкой. Мне нравится сильно петь. Я люблю петь. Жюри оценило 49 песен в исполнении солистов и ансамблей. Видео лауреатов первой и второй степени в каждой номинации и возрастной категории отправили в Нижегородский центр «Сфера» для отбора на участие в финальном этапе фестиваля. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.